Это, знаете, любой политик, который в Грузии будет, я прямо говорить о смене вектора Запада на север, считается, что он уже поставит жирную точку на свое будущее, потому что невозможно. А есть определенные люди, которые как-то более прямо никто не говорит, так хотят углублять углы, так, чтобы так. Но все в течение вот этого периода, когда Иванишвили это хочется, это что никакого не имеет реального результата нет, потому что Россия понимает только один язык, это язык силы. Если ты сильный, стоишь на своей позиции и защищаешь свою позицию, и идешь в контур, он это понимает. А когда ты начинаешь разговор и ля-ля, бу-бу, это не было, значит, надо давить. Ну как, Грузия думает вернуть эти территории оккупированной России? Мы вернем эти территории, я вам уверяю. Все будет в свое время. Как, например, Берлин сколько лет был разделен? 40 лет. И кто думал, что Германия воссоединится и Берлин станет единым? Так и мы. И Грузия, и Азербайджан. Остановка. Иншаллах. Благодарю.